который установлен до сегодняшнего Пукаба. Пукаба протяженность 1805 километров. Берет она начало в Удмуртии, рядом с поселком Кес, или город Кес. Кулига. 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 Да. Потом через республику Кулига. В виде запятой и уже между... Голуби греются на вентиляции, а вверху сидят, в своей очереди ждут. Есть какая-то иерархия у них вообще-то? Да, вот, видишь, нам показывают филейные части, а мы гуляем. Вот если один, кто вообще никогда не слетает, он и босс. Да. Стефана Великопермского. Он пытался христианизировать Пермский край, не очень успешно, но храм в его памяти поставлен. Постройки 1832 года. Спасо-Преображенский собор. Главный собор города Пермь. Это Пермская художественная галерея. Фонд экспонаты галереи очень богатые. 50 тысяч экземпляров, начиная с 15 века, Византия, Флоренция, до современного искусства. Но современного именно классического искусства. Художники 80-х, 90-х годов тоже там представлены. Это очень интересно. Но, конечно, самое главное, чем это место примечательно и тоже как визитная карточка города и второй исторический бренд нашего города, это коллекция пермской деревянной скульптуры. Выглядят они вот, вот так. Они просто великолепные. Вот так, да. Картинка, конечно, не передает, надо верить. Мост дружбы. У города Перми было 7 городов-побратимов. Сейчас из-за политической ситуации их осталось пока 4. Отказался Дойцбург, побратимство, с которым поставили этот мост Луисвилль, отказался. И китайский город Чаньхао. На мосту с этой стороны изображены самые замечательности города Перми. Оперный театр, в котором вы вечером будете, мы мимо него сегодня пройдем. Спасо-Преображенский собор. Сибирская застава. Стелла находится рядом с Горьковским садом. Раньше ворота Пермь. Через них император Александр I приезжал. Мечеть. Ротонда, которая в Горьковском саду стоит. Капский мост. Капский мост, где у нас? Вот он там. Жилой комплекс «Паруса» над Камой. К сожалению, за снега не видно. Там находится этот метеор. Памятник. Мы букве «П» по местному, «Пермские ворота» по официальному. Мы видели. Да. И «Мишка». Да. Вот так, кстати, памятник букве «П», и в нем для строительства использовано 5400 еловых бревен. Символизирует, да, как одно из ремесел соли, добычи солеварения и сплав дерева. Вот сейчас 15 лет он простоял, закрыли его на реконструкцию. Старичок Лукьян, хранитель города. Он с мешочком соли сидит и встречает. Надя, давай, давай, да, ему наливают. Надя, подожди, отойди, Надя, сфоткаю. Сейчас, Надь, погоди. Перспектива развития, вот эта железная дорога, которая вот она вот здесь вот проходит. Вот елка еще стоит. Ее закрыли. Направление Горнозаводское на Чусовой, на Нижний Тагил, на Серов, это вот ехать по этой ветке. Какие мечты, такой и ангел. Встаньте мне, пожалуйста, кто-нибудь. Был построен на средства купца Василия Михайловича Королева. Он занимался лесом, дровами, древесиной. Сколотил неплохое состояние и построил гостиницу. Театр оперы и балета сейчас находится на реконструкции, но это не мешает ему функционировать. И сегодня вечером мы пойдем смотреть балет «Жизель» именно здесь. До памятника Бориса Пастернака. Только там... Наизусть что-нибудь прочитает из Пастернака лет? Сплетение рук, сплетение ног, судьбы сплетения. Свеча горела на столе. Свеча горела. Тупицы на чем интересно, они изобрели первый способ добычи фосфора из костей домашних животных. До этого фосфор закупали за границей, а он очень нужен для химической промышленности в первую очередь. Здание КГБ. Они построили этот особняк, но не для того, чтобы жить, а чтобы сдавать просто комнаты в аренду. Его фотография. А вот так выглядел его дом раньше. Он нисколько не поменялся. Сейчас здесь находится Пермский краеведческий музей.
Николай Васильевич Мешков, наш знаменитый пароходчик, купец первой гильдии. Мы ищем счастье. Нам обещают, что оно не за горами. Оля, с днем рождения! Ура! Первое действие, полный зал видно. Во время спектакля съемки запрещены. Театр старый, красивый. Жизель уже умерла. Будем смотреть, что будет дальше.